Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено бонуснику. Это рублевой бонусник Profit Club. Значит, где мы раз в 10 минут собираем бонусы денежные. Так, друзья, проверила я этот бонусник на вывод. Все замечательно. Он платит. Вот выплачено 58 рублей. И идем на почту. Вот мне вчера пришло 21.10. Payr у нас берет комиссию 57.45. Комментарий. Так, выплата Profit Club bonus.ru. Идем на кошелек. Здесь дата 22 сентября. 21.10. Перевод выполнен. 57.45. Выплата с проекта. Значит, Profit Club bonus.ru. Все замечательно. По поводу вывода. Что я хочу, друзья, сказать, чтобы мне в случае чего, кто не знает, не писали под видео комментарий о том, что я вот заказал вывод, а вывода нет. Проект платит по выходным дням. Один раз в неделю. Если вы сегодня, например, заказали вывод, да, денежку, то выплата вам придет в воскресенье. Не завтра, не во вторник, не в пятницу, не в среду. Вывод один раз в неделю производится. Это воскресенье. Вот. Ну, это вообще по выходным. Ну, так как мне пришел вывод в воскресенье, я склонна думать, что по воскресеньям. С этим понятно. Кто не знает, значит, без вложений, регистрация здесь наипростейшая. Сразу здесь, друзья, находится партнерская ссылочка. И нажимаете вкладочку «Получить подарок». Нажимаете далее «Активировать». Вот здесь, видите, как бы последние 10 подарков. Вот. Вот кто-то 13 копеек. Нажимаем «Активировать». Подарок от 1 копейки до 50 копеек. И вводим вот эту цифровую капчу. Нажимаем 5. Так, капча 5900 32. Вот сюда ввели. Нажимаем далее «Получить подарок». И вот мне 17 копеек. Вот мой логин. Вот он. И вот мне дали 17 копеек бонуса. Согласитесь, неплохо. Но по-разному бывает. Бывает и 5 копеек дают. Далее выводить в настройках. Обязательно прописать платежный реквизит Payr. И установить платежный пароль. Так, по выводу. Вот здесь вкладочка «Пополнить баланс», «Вывести». Здесь мы выводим денежку. Значит, здесь вкладочка «Пополнить», это я по желанию. А здесь вкладочка «Вывести». Сюда. Здесь у нас обмен, счет на покупок идет. А здесь вот «Вывести». И там уже как бы разберетесь. Ну что, в принципе, на этом все. Я рассказала. Кому интересно, пользуйтесь без вложений. А по выводу денежных средств я объяснила, что платят только по выходным дням один раз в неделю. Если у вас есть какие-либо вопросы, вот здесь нажать в правом нижнем углу «Связь». И вот здесь, смотрите, есть группа ВКонтакте. И здесь почта для связи. Вот можно обращаться сюда по всем вопросам, друзья. С этим понятно, так? Ну а здесь Вибер, Телеграм, номер телефона могут видеть только VIP-пользователи. Ну, нам хватит и электронной почты. Ну, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч!